Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Итак, девочки, я вот сейчас подошла тут, увидела пуховики, и по просьбам вашим я сейчас немножко вам продавец расскажет, какие модельки. Кто-то из девочек у меня спрашивал французскую длину, сейчас нам покажут. И также расцветки, размеры и какая цена. Ну, мы сейчас озвучим розница, а опт, девочки, вот кто оптовики, пожалуйста, вот визитка. Сейчас вам покажу. Вот она, визиточка. Пожалуйста, обращайтесь, или кто приезжает сюда, заходите на эту линию 1D, павильон 92. И вам уже покажут, подскажут, расскажут, и, может быть, какие-то модельки вам посоветуют. Поэтому сейчас немножко спросим. Здравствуйте еще раз. Да, расскажите нам, пожалуйста, вот про эти пуховички, да, как правильно, курточки. Ну, это идет евро-длина, французская длина, ее еще по-другому называют, наполнитель верблюжья 6. Они идут на основе финской технологии, тоненькие, очень теплые, как финская культура раньше была. Модельки разные. Вот у меня девочки черные спрашивают, полуприталенная. Длина здесь идет метр, метр пять. Ага, и сколько цена и размер? 11 500 такое пальто стоит. Размеры 48 по 58. 4 цвета в этой модельке. В каждой модели по несколько расцветок. Тоже есть, да, черный? Такая стильная, модная. Ну да. Здесь идет регланчик, но с выточкой вот на плече. Карманы такие вот интересные, широкими этими. Никаких стежек, да, ничего, да. Гладенькая, ровненькая. Классика, ничего лишнего, да. Абсолютно. Классная. Вот это тоже моделька. Цена? 11 500. 11 500, да? Такие модельчики без меха. А если мои подписчики придут, скидку сделайте? Обязательно. Вот, девочки, видите? Да, вам сделают скидочку, кто приедет вот на этот павильончик. Девочки вам сделают скидку. А это идет как, вроде бы... Как правильно называется? Одеяло. Одеяло, да. Ну, такая моделька тоже интересная, ага. А вообще, чье производство эти куртки? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург счет. Да. Угу. Вот это тоже моделька интересная. А самый большой размер еще, девочки, вот у меня есть крупненькие вот очень. Вот из таких модельчик максимальный будет 60-62, но 60. На больших девочек до 68-го есть еще вот такая моделька. До 68-го есть, да? Да. Вот, девочки, смотрите. До 68-го. И сколько с мехом? Идет же, наверное, подороже, да? 14 500. 14 500. Посмотрите, до 68-го размера вот вам. Озвучили размеры и расцветки, да? Да. Разные? Разные, конечно. А вот черный. Синий, изумруд и шоколад. Угу. Так, вот еще вверху смотрю модели. Расскажите нам. Тоже интересная. Это смолочка, это... и классика идет, чисто женская моделечка, тоже приталочка. Здесь идет молния и пуговица очень удобная. Цена 17 тысяч, да? И размеры? 48 по 58. По 58. Ага, и вот это тоже тепленький такой, да, тоже? Тоже хорошая моделька, 12 500 такая. Капюшончик съемный, мех съемный. Наше изделие можно стирать в машине автомат. Угу. Вот это вот я обратила внимание, тоже рукава такие с норочкой, да? Да, такое стоит 18 500, тоже идет классика, косушка, очень красиво сидит. На нестандартные фигурки садится изумительно. Тут можно отстегнуть, съемный, отстегнуть, можно, да. Красивые перчатки, можно манжет, можно использовать как перчаточку. Угу. Тоже обратила внимание на эту модель. С капюшончиком. И цена этой курточки? 18 500. А расцветки разные, да? И только в шоколаде. Только в шоколаде, да? Да. Угу. Только в шоколаде. Это уже более покороче, да? Укороченный вариантик идет, тоже такая женская, и молодежечка одевает, интересная моделька. Чуть-чуть баллончиком идет на бедра. Угу. Бедра, цена, красивый, размер? 11 500, 48 по 58. Угу. Вот вроде бы как парка, в то же время она как не парка, да? Да, ну, такая стильная куртка, сзади чуть подлиннее, спереди покороче. Здесь карман идет, как парковая зона идет. Здесь мех очень красивый, у нас, смотрите, леса идет, черная бурочка. Верблюжья 6, наполнитель очень тоненькая, но очень теплая. Весит 200 грамм, легкая-легкая, на плечах неощутимо. Такая стоит 13. Ну вот, девочки, видите? Двух тканей комбинированных. Тоже, ага. Тоже цвета есть. И вот это тоже, смотрите, это какая... Очень интересно. Плечо идет, но выточка на плече, поэтому плечо не увеличивает. На разные фигурки до 60-го полного размера. До 60-го есть? Да. И цвета, есть. Вот смотрите. Очень красивый. Очень красивый, да. Еще и цена? 13 500.
12 тысяч. Еще есть и в таком цвете, в пудровом цвете эта модель. Ага, брусника, да? Нет, вот это, а это идет пудра. Пудра? Да. Ага, все вижу. Нежно-нежно. Также вот коротенький, можно для автомобилистов. Да. Вообще. Это автоледи, вот эта модельочка, которую у нас здесь смотрели. Вот она, ага. Такой графит. А вот первая моделька? Это автоледи. Только. Сколько? Только 8. 8 тысяч. Размер? 46-го по 56-го. Ага, спасибо. А вот эти вот ее еще? Чистая классика, вообще очень красивые, стильные пальто, без капюшона, английский воротник, мех соболь. Угу. Модель просто шикарная. А размеры? С 48-го по 60-й. По 60-й, да? Да. И цена? 17. Вот такая моделечка с норочкой. Норка идет на рукаве. Цельная норка, смотрите. Ага. Знаю, да? Угу. Вот идет на капюшончике. Такая стоит 19 500. 19 500. В трех цветах. В трех цветах, ага. Кофе с молоком. Вот такой вот изумруд, ага, вижу. И темно-синий. Ага, вот эти красивые тоже темные, ага. Да, красивые. Цена? 19 500. А тут вот еще есть моделька стоечка. Стоечка. Чистая классика, женская моделька. Классика, да, классику очень много спрашивают. Очень много. Да, сейчас. Это с капюшоном, это без капюшона. Угу. Такая стоит 17 тысяч. Тоже 48 по 58. Есть стоечка вот с такой стежечкой, с косой. А есть вот такой вот ромбик. Ага. Вижу. Вот это я тоже обратила внимание. Это тоже без капюшона стоечка в двух расцветах. Такая интересная, да. Вот, девочки, смотрите. Так, девочки, подошла на линию 2, павильон 116. Вот визитка. Тоже обувь. Сейчас покажу вам распродажу. Распродажа ботинок по 2,5. Вот кто спрашивает у меня. Так, сейчас мы подошли к распродаже 2-116. По 2000 вот такие ботиночки. По 2500. По 2500. Кожа натуральная. Ну, это осень. 2500. Вот такие ботинки по 2500. Вот сейчас, которые я показываю, все ботинки по 2500. На замочке. Каблучок такой небольшой. Ботинки в коричневом цвете, в синем цвете. Это тоже осенние, такие легкие, кстати. Тоже цена 2500. Это, видимо, большой-большой размер. Не вижу, какой размер. Видно, что большой. С мехом тоже 2500. Такие коричневые. Замш. Такие утепленные тоже. Это уже осенние. Распродажа обуви. Вот эти все ботиночки по 2500. Также есть у них натуральная кожа. Эти сапоги. Девчонки, достать не могу, показать вам. Ну вот, смотрите. Это замш. Здесь такой вот мех. И здесь разные кожаные. Сейчас я вам покажу, какие есть. Ну, их не видно, вон, видите. Тоже распродажа. Сейчас вам покажу. Давайте вот эти возьмем на каблучке. Такой каблучок. Небольшой. Кожаный. Внутри. Чуть-чуть такой вот. Ну, это осенние такие. 2000. Давайте вот эти вот сниму. Тоже. Голень более такая широкая. Низкий каблучок тоже 2000. Так, ребят, все вытаскивать не буду, девочки, потому что боюсь, упадет. Вот такие вот
И вот так я вам немножко покажу. Вот разные расцветки. Вот красный такой на кулочке, коричневый. Есть тоже 2000 распродажа. А сколько вот эти вот у вас стоят? Я надеюсь, это не распродажа. Сколько? 6. А? 6700? А, понятно. Ну вот, все. Ребят, можете заходить сюда. Линия 2, павильон 116. И выбрать себе. А вот кроссовки, у них идут вот эти вот, уже идут 1500. Потому что вот видно распродажа 1500. Кроссовочки, ну тапочки вернее, спортивные такие. По 1500. Натуральная кожа. Это у них распродажа. Это уже из ткани идут. Расцветки разные. Вот, кто хочет, может зайти и купить себе тапочки распродаж. 1500. Ну все, друзья, заходите. А, вот я еще не увидела. По 1000 вот эти тоже распродажи. Тоже вот такие интересные. Молодежь любит их. Поэтому вот кто эконом-вариант, кто хочет красиво одеться, вот, пожалуйста, заранее можете себе купить. По 1000 на следующий год, чтоб на весну. Потому что не каждый может себе позволить дорогую обувь. Заходите.